Друзья, приветствуем вас на нашем канале. Мы сейчас находимся в Крокус Экспо, выставка Мосбилд. Второй день выставки. Очень большой ажиотаж, бесконечный поток потенциальных клиентов, которым интересно, что за класс инженерного оборудования, почему отопление на потолке, почему оно не на полу, не на стенах. В чем прикол? Для тех, кто не знает, мы производим потолочное водяное низкотемпературное оборудование, которое крепится на потолок, позволяет ежемесячно экономить до 52%, а также снижать затраты при закупке котельного оборудования. Мы не греем воздух, мы греем поверхности. То есть сверху вниз наша панель с высотой до 40 метров позволяет отапливать любые категории помещений, склады, цеха, торговые центры, спортивные комплексы, логистические комплексы, автосервисы, автосалоны. То есть любая категория зданий уже реализована, уже работает, функционирует. Вы можете получить обратную связь от нас, от наших заказчиков, главных инженеров, энергетиков. Поэтому обращайтесь, пишите ваши сообщения, оставляйте заявки по ссылке под видеороликом. Если непонятно, почему панель находится на потолке, как она работает, у нас здесь на YouTube-канале есть плейлист, там выберите вкладку «Семинары», более подробно рассказывается, что это за класс инженерного оборудования, почему он так работает, где его применяют. А в остальных других случаях оставляйте ваши запросы, пишите ваши комментарии, мы на связи, готовы прокомментировать, показать ближайшие к вам объекты, ну и при необходимости увидеться с вами. Поэтому ждем от вас обращений, вопросов. Всем удачи, друзья!